крепость можно выдать из камня. Или специальный кирпич готовили. Бойницы. Да, тут уже со временем все разрушено. Ну, это, наверное, уже современная кладка. Ну, думаю, 19 век, может быть. Крепость Орешек строили при Петре Первом, наверное. Точно не могу сказать. Тут, видать, она и во время войны отечественной являлась плацдармом для защиты Ленинграда. Да, все стены обстреляны. Толщина стены 1, 2, 3, 4 метра 4, не меньше.
домов еще вокруг крепости. Это Ладожское озеро. А дальше город Шлиссельбург, откуда мы и приехали, приплыли. Тут уже кафе какое-то, шашлычное, наверное. Пенсионный требует. Дать на пенсионера я еще не похож.